За 6 лет количество обращений к уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению увеличилось многократно. Если в 2005 году было принято 12 заявлений, то в 2011 – 358. Большинство связано с несправедливым с точки зрения заявителя увольнением. Женщины жалуются, что их не принимают на работу или увольняют именно потому, что они являются представительницами пола, который в общественном сознании закрепился как слабый. Однако постепенно растет и количество тех, кто уверен, их притесняют потому, что они не принадлежат к титульной нации. Последний пример с фирмой «Инструментариум Оптик», когда русскую женщину не перевели на специализированную линию, предпочитая брать туда эстонок. Уполномоченный усмотрела в этом дискриминацию по национальному признаку. Женщину уволили, однако, по мнению уполномоченного, это не повод отчаиваться и не бороться за свои права. Мы помогаем оформить заявление в комиссию по трудовым спорам, даем правовую оценку случившегося, была ли дискриминация или нет. Мы, конечно, не можем требовать компенсации. Человек сам должен обращаться в комиссию по трудовым спорам и в суд. Но у нас есть некоторые возможности для привлечения адвокатов к оказанию пострадавшим бесплатной помощи. И мы намерены через договоры с адвокатскими бюро ее расширить. По словам Анны Лиссепер, довольно часто жалобу на неравное обращение по признаку принадлежности к женскому полу сопровождает и национальная принадлежность. Так что достаточно типичный портрет обращающегося – русская женщина, причем прилично владеющая эстонским языком. Так было, например, с русской учительницей, работающей в эстонской школе, и этот случай в стенах государственного учреждения не единичный. Недавно к нам обратилась молодая русская женщина, работник министерства. Она закончила бакалавриатуру и магистратуру на эстонском языке, и от нее стали требовать документ о владении эстонским языком на высшую категорию. Это абсолютно противозаконно. Тем более, я подчеркиваю, что именно общественный сектор должен показывать пример равного обращения и исполнения законов. В реальной жизни количество случаев притеснения по половому и национальному признаку, конечно, гораздо больше, поскольку далеко не каждый находит в себе мужество плыть против течения. Именно поэтому борцы за равные права призывают жителей страны не оставлять ни один похожий случай безнаказанным. Наталья Малюс, Тейт Карк, Первый Балтийский канал.